Всем привет! Сегодня у меня на сборке Irbis Tungus, и на примере данного аппарата я вам покажу, куда размещать государственный номерной знак после регистрации снегохода в гостехнадзоре. В соответствии с предъявляемыми требованиями, государственный номерной знак должен размещаться либо в задней части снегохода, либо с левой стороны по ходу движения. На Тунгусах 400, 500, 600 государственный номерной знак крепится с левой стороны по ходу движения снегохода. Для этого заводом-изготовителем предусматривается в комплектации планка для крепления самого госномера. Также в планке идут крепежи в виде изогнутых вот таких пластин и болтов крепления с гайками. Фигурную пластину закрепил на дуге багажника, в установленном виде выглядит так. Я, если честно, сильно не помню, она ушами вверх или вниз идет. Если при установке вот госномера отверстия окажутся ниже, чем на госномере, то эту пластину надо просто ослабить и перевернуть ушами вверх. Это по поводу крепления госномера в верхней части по ширине номерного знака. В нижней части, для того, чтобы зафиксировать номерной знак, выкручивается вот именно этот болт. В раму он вкручивается в закладную. Поэтому спокойно его выкручиваем и на него фиксируем государственный номерной знак в нижней части. На этом всем, кто смотрел, спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до свидания.